Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давай выполним упражнение 66 на странице 46. Учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Найди лишнее слово в каждой строчке. Объясните свой выбор. Запишите с каждой строчки слова, подчиняющиеся одному орфографическому правилу. Обозначить орфограммы. Живой, шина, машина, шевелить. Лишнее – шевелить. Потому что слова «живой», «шина» и «машина» относятся к правилу «жиши» – пиши через букву «и». Часовой, щавель, чаще, чесать. Лишнее слово «чесать», потому что остальные слова «часовой», «щавель», «чаще» относятся к правилу «чаще», пиши с буквой «а». Лесок, водичка, широкий телефон. Лишнее слово «телефон», лишнее слово «широкий», потому что слова «лесок», «водичка» и «телефон» – это безударные гласные. Четвертое. Аллея, шоссе, аппетит, грусть. Лишнее слово «грусть», потому что остальные слова «аллея, шоссе, аппетит» содержат удвоенную согласную. Ложка, зубки, супчик, вокзал. Лишнее слово «супчик». Слова «ложка», «зубки», «вокзал» содержат парные согласные. Местный, окрестный, прелестный, кружка. Лишнее слово «кружка», потому что слова «местный», «окрестный», «прелестный» содержат непроизносимую согласную. Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.